Роберт Джей Хайлер представляет. Производство Film Acres. Продюсеры Хэнкок Тристен. Бесчинство. Лора Эстерман, Сейдж Аллен, Ребекка Харроу, Фред Майерс, Мария Чина, Джефф Пакет, Дэн Риордан, Джей И. Фриман, художник по костюмам Ричард Доннелли. Художник Брайан Адамс. Монтаж Деннис О'Коннор. Ну сколько еще? Миль 15? Ну поехали. Музыка Анджело Бадаламенти. Ну как? Из маленькой скважины польется вода. Большая будет держать воду там, где надо, подо льдом. Это засранец. Ты лучше сделай ее настолько большой, чтобы влезла огромная рыба, которую я поймаю. Ради бога, руби хоть на милю. Сценарий Дороти Тристан. Ребята, вы мой рюкзак не видели, а? Нет. Наверное, он отвалился, пока мы ехали. Упал денег. Я скоро вернусь.
Продюсер Роберт Файлер. Она же какой будем? Как насчет твоего лица? Засунем его туда, и рыба испугается насмерть. Продюсер и режиссер Джон Хэнкок. Здравствуйте. Вам чем-то помочь? Извините, пожалуйста, что я вас потревожил, но у меня застрял снегоход. Снегоход, ну да, я разворачивался. На моей земле? Извините. Я случайно. Да уж, застряли так застряли. Друзья мои на озере. Они, наверное, не скоро меня охватятся. Я, правда, боюсь, что когда хватится, то не заметят мой снегоход отсюда. Ну, это да. Я вот думал, может, у вас кто-нибудь есть, кто может поможет его выдернуть. Ну да, у Пинки есть джип, но он пока не вернулся. Он вас выдернет спокойно. Пойдемте домой, я ему позвоню. Спасибо. Моя сестра, не обращайте на нее внимания. Пинки? Пинки? Ну-ка, давай домой. Тут у парня застрял снегоход на нашей земле. Надо его выдернуть. Ладно. Хорошо. Сейчас приедет. Вы садитесь, я чайник поставлю. Извините, пожалуйста, что я вас потревожил. Я подлила коньячку, чтобы согреться. Спасибо. Хорошо. Тут часто бывают люди на снегоходах. Мы их всех приветствуем. Да, Ванесса? Ванесса, вставай, у нас гость. Ой, нет, не надо будить, не надо. Здравствуйте. Он разбил снегоход на нашей земле. Заехал, чтобы развернуться, и прямо в дерево. Это просто ужас, бедняга совсем один. У него тут пару друзей, правда, они далеко, за несколько миль, не знаю, где он. А что, они не хватятся его? Я думаю, хватится, но не скоро. Они на Южном озере. У них там ледовая рыбалка. Пинки сейчас приедет с джипом и выдернет его. Понятно. Воу! Спасибо, спасибо. Хватит. Do you notice that little tang? Заметили привкус? Это имбирь. Spices up the chocolate real nice. Придает отличный привкус шоколаду. All the difference. Сразу все меняет. Well, there's a blizzard coming. Скоро будет метель. Довольно сильный. Надеюсь, что снегоходом все в порядке. Ну, если что, Пинки починит. Я думаю, вам повезет. Она была балериной. А Пинки издалека едет? Знаете, я лучше вернусь. Мои танцы вас оскорбляют? Нет, что вы. Вы чудо танцуете, но... Снегоход не видно, дороги. Друзья могут проехать мимо. Иногда лучше остановиться и понюхать розы. Да, это верно. Мне, честно говоря, лучше идти к снегоходу. Спасибо.
Где я? Well, you passed out, and we brought you back inside. Вы упали в обморок, мы вас принесли обратно. Oh, what? Что? Yeah. Oh, yeah. Да, а да. That's right. Да, that's точно, right. Точно. Oh, I don't know what happened. Не знаю, что со мной случилось. Oh, my head. Ой, голова моя. What is this? А это well, что? You didn't want to fall out of the chair, did you? Ну, чтобы вы не упали с кресла. Where are my clothes? А где моя одежда? Сохнет. Did my friends come? Мои друзья приезжали? Нет, пока нет. It's dark. How what time is it? Уже темно. Сколько времени? Ну, практически пора ужинать. They must be looking for me. Меня, наверное, ищут. Well, you know, some snowmobilers did come by, but they didn't stop. Кто-то мимо проехал, но не остановился. Is it okay? It has problems. Huh? Not to worry. Со снегоходом все в порядке. С ним проблемы. Ну, вы не волнуйтесь. Пинки его починит. I'm okay. I'm okay. Со мной все в порядке. Все можно развязывать. No. Нет. We can't trust you. Вам нельзя доверять. What are you talking о чем about? Вы? We don't know you. Мы вас не знаем. We're two women alone. Мы две одинокие женщины. Вы нас можете изнасиловать. Steal our gold doubloons. И украсть наши золотые дублоны. Oh, you're joking. No, вы что, шутите? Нет, абсолютно серьезно. Well, you're mistaken. Вы ошибаетесь. Так что просто no. Развяжите меня. No. Нет. Нет. What are you doing? Что вы делаете, а? Снимите это дерьмо с меня. Приятель, ты сделал большую ошибку, заехав на снегоходе на нашу землю. I'm sorry. Извините. Извините. I'd be happy to pay for я с удовольствием оплачу вам ущерб. Ты его уже оплатил. Мы забрали твои золотые часы и $600. Господи, сколько же ты денег с собой возишь? Смотри, сколько у тебя кредитных карточек. Ты богат? Ты должен быть богат, конечно. Okay, this is about money. Хорошо, значит, деньги здесь главное. Нет, деньги для других целей нужны. Ты каких? Скоро узнаешь. Что узнаешь? Если сказать, то испортишь эффект. Какой эффект? Когда начнешь понимать, какие у нас цели. Какие же? Слушай, ну ты упрямый. Мы тебе поможем. Нет, нет. Хватит. Мы с тобой будем играть, а потом замолчи, корова. Ты смеешь со мной так разговаривать перед ним, а какая разница? Если тебе что-то не нравится, можешь сказать мне наедине. Замолчи, вези его на кухню. Нет. Вези его на кухню, быстро. Еще не хватало ковера испачкать. Веди себя как следует. Что значит испачкать ковер? Чем испачкать? О, нет. Сигарку? Нет? Не куришь, да? Хорошо. Правильно, легкие чище будут. Показать фотографии? Это был Джордж, настоящий свинья. Он ставил силки, делал варежки и шапки для туристов. Был таким сладким, все еще остался. О, господи, а это ты. Что с этими людьми случилось? Ну, как ты думаешь, а? С тобой что случится? Попробуй угадать. Что, боишься, что угадаешь правильно? Отстаньте от меня. И это все. Вы, люди, думаете, что правите всем миром. Никогда не думайте о природе, которую портите. О том, что шумите, это тоже загрязнение, шумовое загрязнение. Я с вами согласен. Я против снегоходных кодов. Я не хотел никуда на нем ехать. Но работа у меня застопорилась. Жена решила, что неплохо было, если бы я оторвался от него. Он еще и женат, оказывается.